Так, ребят, всем привет. Продолжаем выживать в The Forest. Утро. Только что я пришел с той базы, бегал за костями, черепами, сделал брони себе дополнительно, чтобы здесь тоже как бы была. Потому что мало ли, да? Давайте где-нибудь прямо вот в домике сделаем эту штуку для брони. Так, она где-то здесь. Вот. Прямо здесь поставим. Пускай будет. Палок тут сейчас нарубим, их тут много. Кстати, черепа я принес, кости тоже. Давайте доделаем люстру. Вот, теперь еще и свет есть. Отлично. Сейчас нарубим палок. Кстати, за кадром я сделал здесь две ловушки также. Теперь мясо здесь постоянно есть, потому что постоянно попадается что-то. Зайцы, ящерицы. Так, это на растопку пойдет. Палочки собираем. Ага, все, понял. Кстати, в обе ловушки попалось что-то. Сейчас нужно будет проверить. Если это зайчик, то мы его посадим просто в клетку. Я клетку сделал, чтобы он размножался. Так, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть нужно срубить. Так, в тот раз я здесь... О, здесь нормально. Я в тот раз прыгал, ущерб получил. Добери. Также хочу сегодня здесь ловушек понаделать для монстров, для мутантов, для местных аборигенов ловушки сделать. Самые такие обычные, которые есть в блокнотике. Где-нибудь вот между деревьев, где они будут бегать, где они любят бегать, понаставить различных ловушек. Все равно они как бы помогут. Так, давайте повесим лишнюю броню, чтобы при себе ее не таскать. Так. Можно там... А, все. Да? Да. Все, вот так вот пускай будет. Если вдруг я броню потеряю, да, я смогу быстренько ее здесь восстановить. Давайте теперь посмотрим, что попалось в ловушку. Ящерица. Так, ящерица-то. Ящерица, ящерица. А у меня, по-моему, я не знаю, там место-то есть сейчас вывесить. Да, одно место есть, надо будет сейчас забрать. Но сначала зайчика забираем. Так. А, сейчас освободим место. Сейчас часть еды я просто сниму и с собой просто. Так, сиди здесь. Сиди пока здесь. Давайте зайчика вот этого с собой и рыбку тоже с собой. А вот эту ящерицу повесим, пускай вялится. Так, ну и нужно будет сейчас уже на ловушки размечать. Так, ящерицу нужно выбрать. Вот, пускай и висит. Пока местные не пришли, нужно ловушки какие-нибудь тут здесь расставить. Они здесь вот любят вот здесь вот бегать. Ой, как раз. Где у меня ловушки? Вот здесь. Так, какую поставить? Можно, конечно, прямо вот эту развернуть, да? Она у нас получается как? А, все, вот понял. А, вот палка, вот так вот. Они любят вот здесь бегать. Может быть, ее поставить как-нибудь? Здесь она не будет мне мешать. Вот если я раз... Да не, не будет. Вот ее можно вот сюда между деревьев-то поставить, да?
Они любят здесь вот прыгать, бегать и будут и на нее натыкаться. Я-то про нее знаю, туда суваться не буду. Так, что нужно? Две веревки, два камня, 20 палок, 4 бревна. Это ерунда. Тут всего этого просто навалом. Так, палки. А что там еще? Веревка и бревна. Бревна тут есть. Так, убери ты этот камень. Сразу побольше палочек нарубить, потому что они сейчас, я думаю, все равно понадобятся для других также ловушек. Так, и последнее нам нужно сделать веревочку. Все, отлично. Одна готова. Дальше можно, знаете, даже как сделать. Тут можно даже две ловушки, одну поставить даже на дерево, сможет повесить. Да, как она, куда летит она, вот не могу понять. Здесь никак не отображается. Она летит на меня, наверное, вот на меня, да, летит. А пускай она либо вдогонку будет догонять, либо на... Да, вдогонку будет догонять, наверное, ее даже можно немножко развернуть сейчас будет. Знаете, как сделать? Вот так, надо, чтобы между деревьев проходила. Так, ага, еще одну веревочку. И 6 бревен. Бревна я заранее заготовил, поэтому проблем нет. Вот уже ловушки, кстати, снова сработали. Так что тут мясо полно. Можно даже на этот не ходить. Ой, вот оно, да. Вот здесь вот перебегаешь. Поэтому они любят здесь вот вокруг этого тусить как раз. Поэтому как только они сюда прибегут, они здесь отхватят. Кто-то, но отхватит по-любому. Так, далее. Давайте здесь тоже что-нибудь типа того же. Они тоже любят здесь вот, тоже любят пробегать, бегать, выходить как раз с океана. Любят выходить вот сюда вот. Поэтому нужно поставить им ловушку между деревьев. Оп. Пускай стоят. Главное, чтобы тут самому не наткнуться на это все дело. Так, 20 палок, 2 камня, 2 веревки и 4 бревна. 4 бревна мы сейчас заготовлено. Палочек сейчас нарубим. Я думаю, как раз местные сегодня придут. И мы проверим, как это все работает. По-любому придут. Ну. Так, 2 камня и 2 веревки. Раз, два. Две веревочки мы сейчас сделаем без проблем. Ну. Так, есть такое дело. Вот здесь можно, кстати, поставить какую-нибудь другую ловушку. Тоже на дерево что-нибудь подвесить, чтобы побольше тут было всяких ловушек. Так, а как они здесь... Ну вот, давайте так повесим. Веревка, 10 камней и бревна. Так, надо подкрепиться. Вяленое, да, давайте съедим. Есть, теперь нужно бревен. Сани брать не буду, тут, в принципе, близко. А вот, что самое интересное, под эти вот камни лучше не попадать, потому что броню снимают тоже нехило, по-моему.
Как бы их надми... Да, но их тут и не увидишь вот так вот бегать. Можно и не увидеть. В лесу тут. Вот прямо чувствуется, что сейчас подойдут ребята на... для проверочки. Так, кто-то попался, зайчик попался. Забираем зайчика. Перезаряжаем. Животных тут много. Так, куда я? Не туда. Надо будет это... Еще, наверное, какую-нибудь ловушку наметить. Так, а, и только выбрать место. Место прям такое, чтобы и им неудобно бежать, да? Чтобы вот... И выбегали прямо на ловушку. У меня здесь много деревьев, понимаете? Вот здесь вот, смотрите, много деревьев. Они здесь любят вот между деревьев все это бегать, на деревья залезать. И нужно вот для них тут ловушку делать. Так как они любят здесь бегать, нужно им здесь засаду и устраивать. Можно здесь какую-то поставить. А поставить можно, знаете, какую? Например, вот эту поставить. И развернуть ее именно... Так, у нас тут дерево. Главное, чтобы это... Так нормально будет? Нормально. Если что, вот он мимо деревьев побежит, между деревьев и... наткнется. Так. Есть такое дело. Прямо в каких-то кустах как раз деревья еще вырастут, восстановятся. Будет вообще нормально. Они их даже не заметят. Так, а у меня же тут еще он пенек, да, значит, дерево восстановится, и можно тоже, кстати говоря, можно тут тоже что-то типа такой штукенции поставить, развернуть ее как-нибудь вот так вот. И когда они сунутся, то по голове им прилетит. Она сразу убивает наглухо. Так, бери, бери. Как раз последнее там бревно остается. Палку убери. А, нет, там еще одно. Вот так. 6 ловушек получается. Вот они с той стороны любят приходить, со стороны океана. И вот отсюда они также. Ну, конечно, они и оттуда могут прийти, понятное дело. Но они любят вот здесь, вот у них любимое такое место тут. Бегать. Так, ловушки заряжены, ловушки заряжены. А, знаете, что надо поставить? Надо поставить здесь костер. На улице поставить костер, потому что когда они будут приходить, мне их где-то нужно будет сжигать. А где вот... где бы это место поставить? Да где-нибудь здесь, чтобы далеко не уходить. Вот прямо тут и нужно поставить. Давайте сделаем костер. Вот такой. Вот здесь, недалеко от ловушек. Все, отлично. Заодно место немножко расчистилось. Вот я думаю, теперь будут ли сюда попадаться животные. Вот эта ловушка, не будет ли она мешать. Если что, придется в сторону ее перетаскивать куда-нибудь. Так, что-то как-то темно. А, за елочками. Сейчас еще это. Солнышко низко еще пока. Так, ребята, я слышал рык. Рык. Подожди-ка, мне не послышалось, я где-то. Может быть, он где-то пробежал по краешку леса. Вот прямо с этой. С этой стороны слышал аборигена.
видно. Кстати, мост я продлил. Мостик я продлил. Давайте как раз и покажу докуда. Вот он был до сюда у меня. За кадром я продлил его еще дальше. Вот сюда. Тут тропиночка такая идет на берег. Туда. Там, где акулы лежат. Здесь, конечно, я сделал очень большой переход. Вот это между стойками аж. Получилось низко даже. Но они все равно не достанут. И вот до сюда пока сделал. В дальнейшем я планирую дальше этот мостик вести. Опять же, кто не знает, это для того, чтобы спокойно ходить и ночью переходы делать, и днем очень быстро, не заблудишься, и никто тебя не достанет. Не нужно будет тратить время на бой в лесу с местными, да? Не нужно будет убегать от них, если тебя уже конкретно прижмут. А некуда будет убегать, да? То есть идешь спокойно по переходу. Что-то так вообще темно. А, ну все, уже вечер просто. Темнеет уже все. Солнышко как бы заходит. Сейчас ночь перемотаем, чтобы... Если что, видеть. Нужно будет вообще светильники наметить. Хотя бы по одному или по парочку светильников поставить возле этих деревьев, чтобы освещало это место тоже, где ловушки стоят, чтобы видеть. Так, ну что, ребят, утро. А вон, кстати, елка возле вон той ловушки большой восстановилась. Так, нужно поесть. Нужно поесть и попить. И вода у меня чуть-чуть осталась. Давайте наберем. Кстати, я же хотел... Нужно будет сейчас на пляж сходить, потому что мне нужно будет все равно добыть черепаху для панциря. Чтобы поставить еще один водосборник. И можно заодно отрубить акуле голову. Я хочу ее в доме повесить. Давайте. С утра пораньше сбегаем на пляж. Отрубим там акуле голову. Погнали. Сейчас могут нас встретить здесь аборигены, потому что они любят здесь патрулировать по пляжу. Бутылочку мы забираем. Давайте отрубим голову. Не-не-не, голову руби. Так, еще разок. Есть такое дело. Все. Пока никого нету, можно даже, кстати, еще что-нибудь пособирать здесь. Какие-нибудь бутылочки, денежки. Ну, деньги, понятно, для взрывчатки нужны. Они у меня, кстати, уже не нужны. А какие-нибудь... У меня все чемоданчики-то, понятно, они тут уже все вскрыты. А, я хотел это, черепах уже, да? Давайте... Черепаху добудем. Вон, я вижу черепах. Нужен панцирь. И заодно два куска мяса с нее заберем. Что-то съел. Что-то съел. Что? А, у меня уже был... Во! Это чайка, я уж подумал. Абориген. Так. Ладно, забираем голову и бежим. Бежим отсюда. Так, придут, не придут. Где там аборигены-то? Должны уже появиться в конце концов. Уже ночь целая прошла.
Так, вот сюда вешаем ее. О! Вот это да. И надо будет, кстати, сделать. Во! Парень! Пришли, пришли! Он там пробежал, кстати, не попался. Где-то. Вот они ходят. Давайте понаблюдаем, может быть, попадутся. Если что, будем их водить. Конечно, те все ловушки, они не 100%, что могут сработать. Он может на скорости пролететь просто, и она не успеет просто по нему шарахнуть. Такое запросто может быть, потому что они могут бегать очень быстро и на скорости. А он убежал. Кстати, их тут двое было. Где второй? А вон еще, кстати, там бегает. Ходит. Возле... Вон возле церкви. Стой! Стой, стой, погоди. Стой. Убежал. Ты смотри, но он не убежал, конечно, он сейчас будет это. Давайте мы его сагрим, мы его приглашение. Он ждет приглашения. О, держи. Нормально. Иди сюда. Ничего себе достал. Иди сюда. Через пенек. Опа, не попал. Бежит, бежит. Ну, придется его по старинке вырубать. Держи. Да сколько можно? Я тебе уже втащил-то, а? Фу. Иди сюда. Мне как раз нужны черепа для... Да что там съел-то? Нет тут ничего. Грейся пока. А я заряжу заново. А у меня палки нет. Так. Палки нету, нужна палочка. Все, отлично. Заряжаем. Да, не достало. Он далековато стоял уже на самом деле. То есть нужно было прямо вот тут стоять. Может быть, до него достало бы. Я бы его заблокировал. Как вариант, в следующий раз можно так попробовать. Насчет освещения. Я хотел освещение поставить. Давайте, пока нет никого. Я попробую поставить вот здесь освещение. Вот здесь вот. Так, нужен череп как раз. И кости для брони. А подаю. А где череп-то? А, все, взял. Отлично. Так, я вот что думаю, давайте здесь тоже поставим эту. Для акулы можно поставить. Что? Да ладно. Пока тишина. Аборигенов нету. Больше не приходили. Такое ощущение, что они просекли это дело, да? Что типа я тут ловушек понаставил, боятся подходить теперь. Давайте сейчас еще сделаем чучело. Реально, что-то их нету. Было сколько, ну, двое, трое их. И то они разбежались, все пришлось аж самому заманивать их. То их это толпами ходит, не прогонишь.
О! Ну-ка, как оно? Ну, вот так вот, чтобы им тут страшно вообще было ходить. Такая вот белая акула, да? Но когда она висит, она зеленая. Почему? Зеленая акула. Так, нет никого. Никто не идет. Одиночка пробежал. Так, ребята, новый день. Жду, жду, может, придут все-таки аборигены протестировать ловушечки. И желательно, чтобы была целая толпа. А, во! И тоже один. Мужик, стой! Стой, 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 стой. Серьезно, вы чего-то стесняетесь-то? Погоди. Во! Вон брательники бегут. Парни. Отлично, только я подумал про них. И они тут как тут нарисовали. О, давай, давай, парни. Мне хочу посмотреть, к чему приведет их не беготня. Они же любят тут носиться. Так, давай вот в эту сторону бегите. Вот прямо в эту сторону. Во, сейчас идут, идут, идут. А я пока сюда. Так. Хочу просто понаблюдать. Не заводить их туда, нет. А понаблюдать. Вон там еще один бежит. Он, видишь, он пробежал. Потому что если бы он шел пешочком, то скорее бы выхватил бы по голове. Но ему повезло. Шансу... Ага, на дерево полез. Интересно. Чтобы не заманивать их туда, чтобы ловушки сами работали, да. Вот. Где, конечно, они не будут, не всегда будут попадаться, но это пускай, пускай. Во! Видели, да? Навстречу побежал. Как я и говорил, они любят здесь бегать. Побежал и выхватил прямо в лицо. Вот так вот. Парни. Там еще ловушки есть. Не хотел я их заманивать сюда. А это вообще на дерево полез, к ловушке. Успею перезарядить? Стой! О, сработало. Но никто не попался. И этот задом обошел. А я так и не зарядил их, да? Сейчас будешь заряжать, он это. Есть! Прибил. А, не, успел оббежать, по-моему. Опа! Ты смотри, со спины хотел. Ну-ка, отпусти его. Так, надо отдохнуть. Все? Да выделывались. Иди сюда. Следующий. Чего-то стоит, ложитесь, ребята, вы что? А пускай стоят. Вот так вот. Так.
А, кстати, ящерица попалась. Ладно, я ее выпущу. Я ее выпущу. Пускай бежит. Она все равно сейчас попадется. Так, перезаряжаем эту ловушку. Здесь никто не попался. Да, это я перезаряжаю. Что ты все время ешь там, я не знаю. Так, и вот эту я так и не перезарядил. Они со спины все налетали. Тихо, осторожней, не зацепить бы ее. А ну иди сюда. Оп. Отдыхай. Так, а с этой стороны... А, с этой стороны он прошел? Он пробежал, точнее, она не догнала его просто. Не успела. Так, ну что, ребят, на этом все. Вот такая была серия. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.